От природы они у меня волнистые, сильно пушатся, то есть можно сказать, что они мне непослушные. То, что вы сейчас видите, сначала я их выпрямляла феном и расческой, а затем выпрямляла их еще и утюжком. Настоящие волосы вы можете у меня видеть во влогах, потому что когда я путешествую, то я совершенно ничего не использую, кроме фена. Поэтому, если у вас волосы похожего типа, то многие средства, скорее всего, вам должны так же подойти, как и мне. Поэтому я выбираю более питательные средства, чтобы волосы у меня стали более или менее послушными. Забыла вам сказать, то, что свои волосы я мою приблизительно раз в 3 дня. И давайте приступим непосредственно к продуктам. Первый, который вы уже видели в моих покупках, это шампунь от Джейсон для объема, как здесь написано. Мне они очень понравились, и они подошли моим волосам. Во-первых, хочу похвалить шампунь, что он просто отлично вымывает волосы до самого скрипа. И, как я уже говорила, ни один шампунь, именно органический, мне не давал именно такого результата. И хочу сказать то, что ни один кондиционер от Джейсон, которые у меня были, так хорошо не увлажняли волосы. После этого кондиционера они такие шелковистые, хорошо очень расчесываются. Для меня это просто палочка-выручалочка. Очень они мне нравятся и могу всем посоветовать. Очень мне понравились. Другие шампуни, кондиционер, которыми я пользуюсь, это Avalon Organics, какое-то экстра увлажнение. К сожалению, эти средства мне совершенно не понравились. Они не увлажняли, как это заявлено на упаковке. И, кстати, шампунь у меня буквально на днях закончился, а кондиционера еще осталось много. Так вот, волосы мне шампунь лично высушил, а кондиционер совершенно не увлажнял, поэтому я пользовалась совершенно без всякого удовольствия и покупать, конечно же, больше их не буду. И совсем недавно я вычитала такую информацию, то, что если вы пользуетесь разными укладочными средствами, в которых есть силикон, а я такими пользуюсь, я пользуюсь и маслом от Moroccan Oil, также я пользуюсь термозащитой, конечно же, в этих средствах есть силиконы. Так вот, их обязательно нужно вымывать SLS-ными шампунями. Если их не вымывать, то они будут накапливаться в волосах, силиконы накапливаться, и в итоге они разрушат структуру волос, они будут ломкими и так далее и тому подобное. Поэтому я решила купить SLS-ный шампунь. Наношу я его обычно где-то наполовину своей длины. И купила я SLS-ный шампунь от фирмы Lush, который называется «Правильный мед». Давно, конечно, я не пользовалась такими шампунями, он классно пенится. Конечно же, классно все вымывает. Единственное, мне не очень понравился его запах. Но на самом деле у всех средств от Lush такие странные немного запахи. Не всем они могут понравиться. И пользуюсь я им обычно где-то раз в неделю, чтобы вымыть все силиконы, которые у меня накопились на кончиках моих волос. И где-то раз в 2 недели я использую шампунь, опять же от Lush, который называется Big. Он состоит из морской соли. И таким образом я вымываю силиконы, которые у меня накопились именно на коже моей головы. Классный шампунь, волосы просто скрипят от него, блестят, но опять же, пользуюсь им очень редко, исключительно для того, чтобы очистить мои волосы. И давайте приступим к маскам. Как правило, я делаю разные масляные маски, добавляю кучу разных масел, базовых, также эфирных, но я их чередую с покупными масками. То есть получается так, что один раз я делаю масляную маску, а во второй раз, когда я мою голову, я делаю покупную маску. Что касается покупных масок, мне очень нравится маска от Natura Siberica, которую я вам уже показывала. Она называется облепиховая маска для сильно поврежденных волос. Я обычно наношу ее где-то на полчаса, и тогда волосы очень гладкие, очень блестящие и безумно вкусно пахнут на протяжении, наверное, 2 дней. Поэтому всем ее советую, я уверена, что она вам тоже понравится, тоже подойдет. И следующая маска у меня от фирмы Оси. Это, так скажем, такая мгновенная маска, которую необходимо наносить всего лишь на 3 минуты. И волосы действительно после нее как шелк. Понятное дело, в составе есть силикон. Если бы их не было, такого бы результата не было на волосах. Конечно же, я использую ее не так часто, но когда мне хочется, чтобы волосы мои были идеально гладкими, блестящими, прямыми, то я всегда пользуюсь этой маской. Ну вот и все, я вам рассказала о своем уходе за волосами. Конечно же, я вам не показала все свои масла, которые у меня есть. Если вам будет интересно, то я вам и о них расскажу, поэтому обязательно пишите в комментарии. И всем пока и до встречи в новых видео.
You look like hell tonight. I don't believe the sight. I haven't seen you since we had that awful fight. It's been so long since I